Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в долгожданный выпуск наших интересных новостей. И сегодня вас ждет всеми нами любимый Илон Маск, который готов купить производителя обычных авто. Электровелосипеды скорой помощи приступили к работе на улицах Парижа. Китай запустил первый в мире спутник для сети 6G. Белорусский стартап превратил многоцелевой вертолет К-26 в беспилотник. Ну и конечно, какой выпуск без роботов? Сегодня я вам расскажу про робота быстрого реагирования, который поможет в сложной ситуации. Вот такая повестка дня на сегодня, друзья. Я рекомендую вам подписаться на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Илон Маск готов купить производителя обычных авто. Это может быть BMW, Volkswagen или Ford. У Tesla достаточно денег для этого. Но такая покупка возможна только при определенном условии. Илон Маск, главный акционер и руководитель Tesla, оказывается не против прикупить какого-нибудь производителя обычных автомобилей из числа тех, которые специализируются на выпуске авто с двигателями внутреннего сгорания. Ирония судьбы в том, что финансовое положение Tesla позволяет Маску не ограничиваться приобретением только одного производителя авто. У компании достаточно средств, чтобы купить BMW, Volkswagen или Ford. Причем не какую-то конкретную из этого перечня, а абсолютно всех этих производителей. Впрочем, по словам Маска, такая сделка возможна только при одном условии. Своими интересными мыслями Маск поделился в интервью предпринимателю-миллиардеру, главе издательского дома Axel Springer Матиаса Дёльфнеру. Дёльфнер вручал Маску награду и по этому случаю взял интервью, в котором речь как раз зашла о гипотетической покупке какого-то известного автопроизводителя. «Что ж, я думаю, что мы точно не собираемся проводить враждебное поглощение», — сказал Маск. «Я полагаю, если был дружеский разговор, если бы кто-то сказал, «Эй, мы думаем, что было бы неплохо объединиться с Tesla», мы, безусловно, могли бы поговорить об этом, но мы не хотим, чтобы это превратилось в ситуацию враждебного поглощения». В общем, у Tesla есть возможность купить абсолютно любого автопроизводителя. Вопрос тут только в желании последнего. И не исключено, что желающие все-таки найдутся. Конечно, это вряд ли будут BMW и Volkswagen, которые активно вкладывают средства в собственные электромобили. Но вот для General Motors или Ford такое сотрудничество с полным или частичным поглощением было бы выходом из кризиса. Увы, положение этих компаний за последние 5-10 лет сильно пошатнулось. И хотя General Motors, как и Ford, вынашивают амбициозные планы по выводу десятков электрических моделей на рынок в ближайшие несколько лет, но сделать это будет очень непросто. Компетенции и технологии Tesla тут были бы очень кстати. Вот только захотят ли акционеры этих компаний терять независимость и переходить под флаг Tesla? Способность велосипедов объезжать пробки и парковаться где угодно зачастую делает их быстрее автомобилей на переполненных городских улицах. Именно поэтому значительная часть курьеров работает на велосипедах, но теперь настала очередь и специалистов скорой помощи, и им предлагают пересесть на специальные электробайки Emergency Bike. Двухколесный спецтранспорт был разработан компанией Vandeman Thompson Paris в партнерстве с Ecex Enterprises. В проекте также участвовал производитель велосипедов Urban Aero, который предоставил грузовую велоплатформу, послужившей базой для создания веломобиля неотложки. Велосипед комплектуется 150-литровым контейнером для хранения медикаментов, 140-децибельным клаксоном, синим проблесковым светодиодным маячком, специальными шинами, которые нельзя проколоть, GPS-модулем для навигации и USB-портом для подзарядки мобильных устройств. Электродвигатель работает от двух литиевых батарей емкостью 500 Вт-час, которые обеспечивают дальность хода на электрической тяге до 160 км. Останавливает велосипед мощная гидравлическая тормозная система. По словам разработчиков, врач, который испытывал в Париже прототип, сразу же после завершения тестов купил себе серийный Emergency Bike и теперь ежедневно использует его для экстренных вызовов в пределах города. Велосипедами скорой помощи уже заинтересовались несколько медицинских организаций. В СМИ попала информация о том, что один из 13 новых китайских спутников, выведенных 6 ноября на орбиту ракеты Long March 6, является аппаратом Тяньян-5. Это детище компании Chengdu Guoxin Aerospace Technology, базирующееся на разработках ведущего китайского университета в Чэнду. Тяньян-5 предназначен для изучения Земли, но он также испытывает работу передатчика для новой сети 6G, которой пока не существует в природе. Главная странность в новости с 6G заключается в
том, что даже ее предшественник, система связи 5G, все еще находится в зачаточном состоянии. Так что же тогда такое 6G? Сети 5G работают в миллиметровом диапазоне на частотах от 30 до 300 ГГц. Их преимущество над 4G колоссально. При оптимальных условиях скорость передачи данных в такой сети в 100 раз больше. Увы, коммуникации в мире развиваются так быстро, что и такой пропускной способности уже не хватает. Поэтому 6G использует уже субмиллиметровый диапазон. Область между инфракрасным светом и микроволнами, передавая сигналы при помощи терагерцевых волн. Расчетная скорость обмена данными в сети 6G превышает 100 гигабит в секунду. Однако это лишь примерные параметры, потому что глобальное партнерство 3GPP пока еще не утвердило параметры технологии 6G. Китайцы действуют на свой страх и риск, поэтому на спутнике установлена не система связи, а тестовый излучатель. Дело в том, что водяной пар в земной атмосфере очень хорошо поглощает терагерцевое излучение, что уже мешает экспансии 5G и точно создаст проблемы при развертывании 6G. И стоит ли тогда торопиться с ее введением? Возможно, стоит подождать появления новых подходящих технологий. Белорусский стартап UVR разработал системы, позволяющие конвертировать многоцелевой вертолет К-26 в беспилотный летательный аппарат с грузоподъемностью до 900 килограммов. Как рассказали в UVR, летные испытания переоборудованной машины уже начались. Беспилотный вертолет, получивший название Комбо, используется в качестве летающей лаборатории для обработки алгоритмов автономного полета и тестирования технологий конвертации пилотируемой техники разных классов в беспилотную. Целевой вертолет К-26 был разработан в СССР в первой половине 60-х годов. Машина выпускалась серийно вплоть до 1985 года и до сих пор находится в эксплуатации. Как рассказали стартаперы, для переделки К-26 в беспилотник специалисты разработали собственную систему электродистанционного управления, с которой может взаимодействовать система автоматического пилотирования. Машина получила низкоуровневый автопилот, обеспечивающий полет по заранее заданному маршруту. Этот автопилот способен работать в аварийных режимах полета машины, включая снижение в авторотации. UVR также занимается созданием высокоуровневого автопилота, который с помощью камер, лидаров и радара сможет искать зоны безопасной посадки, картографировать местность и обнаруживать препятствия. В общей сложности на разработку беспилотного вертолета Комбо, включая подбор команды специалистов, проектирование и переделку машины, ушло 10 месяцев. В 2021 году разработчики планируют получить сертификат на беспилотник, что позволит начать его коммерческую эксплуатацию. Известная своими игрушками и робошарами компания Sphero решила несколько расширить привычный ассортимент. Одна из ее новинок – робот быстрого реагирования ReadySight, способный работать в сложных условиях. ReadySight весит 450 грамм и передвигается с помощью двух продолговатых колес, обутых в нечто вроде тракторных шин. С их помощью он успешно преодолевает труднопроходимые участки местности, при этом сам робот обладает отменной маневренностью и прочностью. Робот может работать в полностью автономном и полуавтономном с управлением через смартфон режиме. Основное место его работы – зоны, представляющие опасность для человека. ReadySight оснащен камерой, передающей на смартфон видео в потоковом режиме через сети LTE. На роботе также установлены микрофон и динамик для двусторонней передачи звука, датчик для навигации и сменный объектив. Пока неизвестны многие технические детали новинки, включая цену. Компания, скорее всего, начнет поставки не раньше 4-го квартала будущего года, когда и станут известны точные характеристики данного робота. На этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому выпуску, жмите колокольчик, ну и, конечно, делитесь этим видео с друзьями. По ссылкам в описании вы можете найти все наши полезные ресурсы. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз спасибо большое за просмотр. С вами был Андрей. До новых встреч!